Глава Сиверского района Андрей Дорошевский провел рабочее совещание по работе Крюковского водозабора. На совещании присутствовали главы Ильского и Черноморского поселений, руководители служб и ведомств района, а также водоснабжающих организаций. Глава муниципалитета подчеркнул, что жители должны быть обеспечены коммунальными услугами, несмотря на возникшие сложности. В ходе совместной работы приняты решения, направленные на стабилизацию ситуации.